Василий Иванович Иванов не раз становился героем наших сюжетов. Ровно 5 лет назад на телекомпании «Видное ТВ» даже сняли документальный фильм, где он, его семья и его жизнь стали главными героями. Жизнь почти прожита. 90 лет позади. Какая она была, моя жизнь? Режиссер фильма Татьяна Брылова все эти годы не теряла связи со своим героем. И сегодня, в его 95-летний юбилей, она одна из первых пришла поздравить именинника. Это вам маленький подарочек. Сейчас заходишь. Как ваше здоровье? Прекрасно. 5 лет назад, во время работы над фильмом, Татьяна уже задавала вопрос о том, на сколько лет себя чувствует Василий Иванович. Нынешний ответ сильно отличается. Лет 40. Опа, еще 5. В прошлый раз 45 было. 45, вот так, а сейчас 40. А между прочим, моему возрасту нет никакой ограничений. Бесконечный. У Василия Ивановича богатая на события жизнь. В годы войны он трудился на заводе, выпускавшем детали для самолетов. После окончания Великой Отечественной приехал на коксогазовый завод, который еще только строился, как и город Видное, и даже попал в кинохронику тех лет. И вот, следуя за нашим журналистом, мы зашли к Ивановым. У них, как и у многих жителей Видного, отдельный домик. Василий Иванович, монтер по профессии, оказался любителем-садоводом. В Видном для этого прекрасные условия. Василий Иванович один из тех, кто строил Видное. Дом у него номер один, и это не только почтовый адрес. И сейчас, по прошествии многих лет, он с интересом наблюдает за тем, как растет Видное. В хорошую погоду у меня внук на машине говорит: «Дед, садись, я тебе покажу город». И вот меня по всем новым улицам возят, рассказывают, где какое учреждение. В общем, меня держат в курсе дела. Следующие гости – глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов и начальник Ленинского управления социальной защиты населения Елена Гусева. Но поздравлять юбиляра они пришли не только от своего лица. Желаю вам здоровья, бодрости, духа и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Спасибо вам большое. Имениннику также озвучили поздравления и вручили подарки от главы муниципалитета Валерия Венцеля и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Но надо признать, что самые приятные для Василия Ивановича поздравления от близких людей. Я не знаю таких людей, кто может столько добра подарить. Вот, пап, большое тебе спасибо за то добро, которое ты мне подарил. Я тебя вот обнимаю и очень люблю, очень люблю. И эта любовь родных и близких – лучшее лекарство от всех невзгод. По мнению самого Василия Ивановича, 95 лет не возраст. Свою жизненную концепцию он озвучивает не без изрядной доли иронии. Если я умру до 100 лет, то меня считайте дезертиром. Если после 100 лет, то я уже патриот. Вот так по себе я все мечтаю дальше. По мнению Василия Ивановича, оптимизм и любовь к людям – вот главный секрет долголетия. Коллектив телеканала «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. «Видное ТВ».